Доброе утро. Сегодня 2 сентября 2023 года. Ночью был дождь. Сейчас привезли так называемый отсев щебня. Ну, что-то здесь слишком отсев. Через сито, наверное, его просеивали, потому что это пыль. Это пыль. Отсев должен выглядеть вот так. Обманывают на всем. Ну, что поделаешь, будем использовать. По сути, купили песок по цене щебня. Вот, потому что 8 тонн песка стоит, как вот эта кучка щебня. Вот, а здесь 1,5 тонны, и то, наверное, нету, потому что он мокрый. Раз за разом все интереснее. Это свинзавода. Это свинзавода. Такой щебень, отсев. Может, он такой должен быть у них, не знаю. Но на мой взгляд, он должен быть по большей степени вот таким. Вот. Но зато цена 2350 за тонну. Ладно, будем знать. Продолжаем делать отмостку. Вот Василий у нас вот так вот. Тебе удобно, Васька? Вот. Глазки текут. Вчера обработали отблок. Купили ампулу в холку. И протерли глаза чайным раствором крепким. Пока не помогло. Возможно, надо про глистогонец. Говорят, то, что когда глисты, вот как раз так слезятся глаза. Вот. Кушает хорошо. Прям очень хорошо. Молодец. Раствор, на мой взгляд, получается даже неплохой. Вот для плитки вот идеальная основа. Идеальный раствор для плитки такой будет, я так думаю. Хоть и щебень с включением пыли, очень мелкой фракции от 0,1 до 5, наверное, примерно, да. Но раствор получается неплохой. Не знаю, какая марка прочности будет у этого бетона. Мешаем. Ведро цемента, 3 отсева, 3 песка. Так, потихоньку заливаем. Отсюда приходится носить ведрами, так как очень мало места. Все бригадиры спят. Личный бригадир. Че, проснулся? Что ты делаешь? Че ты делаешь? Васька. Что ты делаешь? Вот ты. Че, тяжела жизнь, бродяги. Будь здоров. Тошка, и ты спишь. Ты спишь. Чего? Все спят, сонное царство. Сейчас сняли вот отсюда оцинкованную сетку вот эту, потому что сетки нам не хватает. Закончить вот этот участок здесь и вот здесь. Сейчас подготовим. Вот этого как раз хватит. Здесь закрыли шифером, сняли вот оттуда, все равно там забор делать. И нет, вот этот сняли сверху, а наверх положили вот оттуда вот то, что сняли, потому что он был лопнувший. Вот, надо его будет помыть хорошенько, может быть, покрасить. Вот это точно надо покрасить, тоже помыть и обработать каким-нибудь антикоррозийным составом и покрасить грунтом, эмалью по ржавчине. Я думаю, будет выглядеть неплохо. Вот здесь достаточно такая трещина серьезная, пока я ее запенил. Потому что она глубоко, туда раствор так не забить, как пеной забьется. Здесь тоже все запенил. Это погреб здесь. Насыпь погреба.
И вот это строилось над погребом. Заложили вот такой двутауэр, достаточно здоровый, но его не хватило на удержание вот этой нагрузки. Поэтому вот там трещина, здесь трещина. Вот здесь видно, что-то такое не выдержало. Но уже 30 лет стоит, и я думаю, еще столько же простоит. Будем во всяком случае надеяться на это. Здесь по низу будем штукатурить, закрывать эти лишние дыры. Такие дела. Ремонт продолжается. Сейчас здесь закончим и перейдем к узкому участку самому. Там снимем лист железа. Часть забора соседского сделаем. Совсем не широкую отмостку. Там яма прям получается. Мы ее заполним бетоном, закроем и забудем про это. Вот больше туда не лезем. На повестке дня у нас санузел. Надо делать срочно санузел, надо сделать что-то с этими окнами, потому что они совсем будут холодными, я думаю. Здесь вот хорошо запечатали, все на герметике. Каждый штапик на герметике. Стеклышко на герметике. И есть еще второе окно. Вот, но это холодное помещение, а вот это уже теплая кухня. Закончили заливать отмостку. На сегодня-завтра остается там дальний угол. Там совсем узко и немного. Надеюсь, мы разделаемся с отмосткой. Здесь сделали ступеньку, потому как большой уклон. Ничего страшного, вода и так будет стекать, и сюда будет стекать. Поэтому должно быть все нормально. Там слой 20 с лишним сантиметров получался. Здесь уже сантиметров под 15, наверное, плюс зуб. Вот. Надеюсь, устоит эту зиму отмостка. И следующую устоит. Будем надеяться, что будет все хорошо. Такие дела. День заканчивается. Солнце уже почти село. Погодка отличная. Ласточки летают высоко. Дождя, значит, не должно быть. Вот. Такие дела. Завтра, значит, у нас тот дальний угол доделываем. Наверняка это на это уйдет целый день, потому что это забор, там подготовить, то и все. А потом уже переходим к санузлу. Должна прийти еще насадка торнадо, потому что моя заедает, надо будет помыть вот этот шифер и покрасить. Вот здесь покрасить, и тот шифер помыть. И, возможно, покрасить. Посмотрим, как по деньгам. Потому что нужна резиновая краска. А стоит она дорого. Вот, еще надо здесь все подсыпать грунту, потрамбовать, убрать вот эти остатки отмостки, срезать пленочку. Вот, и на этом будет все закончено. Тоша, как у тебя дела? Все хорошо? Чего ты боишься? Иди сюда. Ташевич, что ты такой боегуз? Я тебя разве обижаю? Тошка, тебе вкусняшку дать? Тошка, вкусняшку дать? Сейчас тебе принесу. Сейчас тебе вкусняшку принесу. Ева, ну что ты такая? С тобой же погуляли уже на поводке. А, Ева. Вся печаль мира, да? Почему меня одну не отпускают, а Васька гуляет? То, что мы уличные, это домашние. Василий, ты спишь? Васька, сплю. Мышку сегодня поймал, кстати. Маленького мышонка. Игрался с ним, бегал. Мышонку, конечно, жалко. Но в доме он не нужен. Для этого у нас Васька будет. Да, Василий? Василий. Эти блохи вылезли, у тебя ушли все. Но вон, вижу, лазят блохи по тебе еще. Средство у них сильно помогает, да? Его не зарази только. Васька.
Ну что ты, проголодался, что ли? Тебя же покормили только что. Что ж. Все, проглотил. Проглотил. Доброе утро. Сегодня 3 сентября. Денек отличный. Вчера отдалили отмостку. Вот здесь уже водичкой пробило ее свежий раствор. Видимо, была роса. Отмостка, конечно, получилась не идеальная. Ну, как высоко стало ходить. Но свою функцию она выполнять будет. А ее функция — отвести воду подальше от дома. Чтобы под домом было сухо. Мы до сих пор все залили. Сегодня надо будет разобрать вот этот забор и сделать вот буквально вот этот участочек, залить бетоном, вот там немного выступить, не знаю, надо будет как-то швеллер вытащить, вот, и этот забор уже привязать к внешнему и вот здесь залить отмосточку. И на этом будет закончена эпопея с отмосткой, хотя не до конца, потому что надо водоотливы ставить по внешней стороне и кое-где бордюры. Ну а здесь вот так вот готово. Какая красивая бабочка. В сарае как-то попала, об стекло билась, а сейчас вынес. Пытаюсь отпустить ее, она не летит. Ну, лети. Ну. Не хочет, похоже. Застелил отмостку пленкой, пролил. Хорошенько смочил. Пусть набирается прочности. Так вот, кусками. Сейчас думаю взяться за тот угол или поменять окошко. Уже отсюда с отмостки будет его удобно менять. Для этого надо вытащить их. Нестандартная процедура. Надо еще здесь что-то сделать. Бруски, может, пошире какие-то. Уж очень щели здоровые. А это окошко мы заложим кирпичом, как и планировали. А? Разобрал часть забора. Вот этот лист снял. Профлист соседского забора. Здесь надо будет сделать отмостку небольшую. Устранить вот эту яму, чтобы вода не скапливалась в этом углу. Вот, в остальном, в принципе, должно быть все нормально. Вот такая отмостка здесь была бестолковая. Вот, просто насыпан раствор с бутом, кирпич и все такое. Сейчас мы сделаем примерно по этот уровень. Так вот, чтобы вода, если уходила, то на землю. И вот места у нас мало, вот. Уголок, может, вот здесь выступим чуть-чуть отмосткой. С соседями вроде договорились. Вот, предварительно сделаем отмосточку. Предварительно сделаем опалубку. Согласуем с хозяевами. Потому что вот это уже, после этого столба, это уже не наша земля. И вот угол в притирку тоже у нас нету, получается. Поэтому мы выходим на территорию соседей. Вот, вроде договорились, объяснил, потому что этот угол будет проникать вода, будет гнить дом в этом углу, а это проблема. Сейчас заполнить это бетоном, ну хоть как-то отвести воду от дома. Вот такие дела. Вон там небольшие трещины, их тоже надо как-то
заполнить цементом. Еще не знаю, как, может быть, от герметика какой тюбик взять, забить и закачать туда раствором, чтобы это как-то выглядело более аккуратно. Провода вводные у нас очень тонкие, кстати, алюминий. И это нехорошо, тоже надо что-то думать. Может быть, какие-то другие медные проложить. Вот. Васька бандит у нас чуть сегодня не канарейку выслопал. Да, бандит, скажи, ну я же охотник, ёлы-палы. Поставили на скамейку канареек в клетке. Вот, пошли рвать ему дуванчики, а он умудрился скинуть клетку, схватил софу и потащил. А, Васька, чуть не сожрал. Ну, вроде не повредил, вроде птичка нормально себя чувствует, отобрали. Отобрали у этого, ты же сытый был, да? Ну вот, ну, что поделаешь, это же уличный кот. Ловит птичек, мышек и все остальное, что шевелится. Такая уж природа. Ну, теперь будем аккуратнее с птичками. Обычно мы их подвешиваем сюда, и то даже сюда может забраться кот. Или кошка, или Васька. Да, Вась? Поэтому, может быть, и не выносить, либо клетку какую-то попрочнее сделать. А вот такие бандиты быстро съедят. Дали ему от глистов таблеточку. Блохи бегают по нему прям. Что, не помогло, что ли, средство? Надо другое. Вот. Полностью от паразитов его избавить. Чтоб нормально рос. Так как по ночам в доме заметили пару мышек. Может быть, одну, но видели два раза. Вот взяли такой недорогой ультразвуковой отпугиватель мышей. Я так понимаю, разные живности, в том числе и паучков. Паучков у нас достаточно много. Будет понятно, если паучки уйдут, значит, и на мышек это должно работать. Посмотрим. То мышелова вон в дом запускать нельзя. Канареек поезда и съева у них не особо лады. Вот, также взял насадку торнадо на мойку высокого давления. Вот так она выглядит. Чуть-чуть отличается от моей. Чуть интересней, чем моя выглядит. Здесь какая-то интересная аж кнопка есть. Не знаю, наверное, для внимания. Максимум 60 градусов, максимум 20 мегапаскалей. А, надеюсь, подойдет к моему пистолету. Максимум 150 бар. У меня где-то 150-160. Смотрим. Буду надеяться, что вот эта насадка торнадо будет более стабильно работать, потому что моя заедает. Так, и от моей насадки есть значительные отличия. Думаю, она без доработок не встанет. Да, хотя на фото была именно вот такой размер. То есть визуально было именно вот такое, а не такое. Не удлиненное, короткое. Вот, там хоть и написано то, что патриоту подойдет, но я думаю, не встанет. Сейчас попробую. Мой пистолет. Даже близко не подходит. Придется дорабатывать, даже не засохнет никак. Да, обманули. И это тоже не подойдет. Ну, будем подтачивать, наверное, как-то. Сегодня 4 сентября 2023 года. Решили взяться за кухню. Ой, за ванну.
Да, решили взяться за ванну. Вытащили здесь деревянное окно. Изначально планировали установить вот здесь окошко, но поняв, что сложно будет разобрать вот этот кирпич, специнструмента у нас режущего нету, аккуратно сделать это не получится. Поэтому решили установить маленькое окошко сюда, пластиковое, которое купили, 40 на 50 оно вот здесь. А здесь докупили кирпич силикатный, заложим этот проем, и вот здесь в углу только поставим окошко. Вот купили силикатный кирпич, стоимость его 21 рубль на данный момент, с отверстиями по 24. Вот, взяли 40 штук. Вот эту раму мы сняли с ванной комнаты. Вчера немного помыл шифер, вот такой он стал. Это с турбонасадкой торнадо, вот такой он был, черный. Ну, я просто пробный вот отсюда, откуда его достал. Помыл, надо полностью помыть, и взял резиновую краску Дали, буду красить в серенький цвет. Васька тут бродит. Ну чего, Василий, как дела? Мурлычет постоянно. Вот такое у нас было окошко в санузле. Оно тут ни к чему такое большое. Вот такая кладка в полтора кирпича получается, либо один кирпич. В один кирпич, наверное, это называется. Один поперек, два так. Ну, достаточно толстая стена. Это пристройка. Также залили остаток отмостки. Васька уже следы свои оставил. Вот они. И Вася туда. Вот сейчас он подстынет, накроем пленкой, закроем временно забор, завтра подстынет полностью, обрежем и установим, как положено, забор. Мурлыка. Мурчит, 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 мурчит. Взяли ему от блох чуть средство подороже, должно помочь. Пойдем, Василий. Идем. Будь здоров. Такие дела. Ремонт продолжается. Вот здесь планировалось окошко. Просверлили дырку большим сверлом и поняли то, что здесь будет все очень непросто. Плюс нарушим прочность конструкции, наверное. Это угол. Вот, не знаю. Решили не делать этого лишних дыр. Вот сделаем в том. И нормально будет. Вот так заложили проем. Здесь будет окошко 40 на 50. Вот оно стоит. Это поставим завтра.